Степ, привет! 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 Ух ты ж какой! Правильно, привет, привет! Ой, какой ты большой стал! Красавец, да! Ух ты, громадила! Ух ты, Степа! Степа! Степуша! Давай тебе гостиницу дам. О. Это тебе вкусный приветик от Ивана Пепеляева. Смотри. Ух, поймал? Ну как тебе рыбка? Дри-дри. Что такое? Что это такое? Сказки ели. Степан, ну ты как всегда. Ладно, ладно. Бери, бери, бери. Давай, молодец. Правильно, надо вытащить оттуда. Правильно. Да, 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 да. Купать будешь? Твое, твое. Ой, 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 поиграться надо. Ай-яй-яй, Степа. Такой громадный стал. Ой. Чтоб за пашком было правильно. Плохо. Ну давай, давай, играйте, играйте. Надо посмотреть, как ты начнешь кушать. Что? Поволок, чтоб никто не уволок. Да? Да? Покупайте. Ой, ну, ну все, ну и ладно. Сейчас мы к Машке пойдем тогда, раз ты такое. Да? А, Степуш, Степуша, ай-яй-яй-яй, по бревну, ой, Степуша, ай-яй-яй-яй-яй, нет, только в рыбе, а, что ты, что ты? Степан Потапыч, а? А, Степуша, Степуша, ладно, пошли к Машке. Машка слезла, а то она наверху лазила. Маш, привет! Маш, привет, она меня узнает. Тебе от Ивана Пепеляева вкусный приветик. Ой. Все равно я уже в рыбе.